Весна уже обосновалась в Тверской области. Начинается активное таяние снега. Но при этом ночью в ближайшие дни будут все-таки отрицательные температуры. Какая нас ждет погода? Скоро ли сойдут сугробы? И ожидать ли большой воды? Выяснил наш корреспондент. Синоптики уверяют, что зима сдала свои права. Погода взяла курс на потепление. Стартовал процесс таяния снега. Нужно отметить, что в этом году высота снежного покрова в области составила около 60 сантиметров, что выше нормы. За три дня сугробы уменьшились. Сейчас показатели колеблются, ведь осадки в виде снега еще бывают. На утро среды снежный покров в Твери был 47 сантиметров. За счет этого таяния, за счет уплотнения снега практически по всем у нас станциям, где производится наблюдение за высотой снежного покрова, заметное уменьшение высоты снега где-то в пределах 80 сантиметров. Ночью будут отрицательные температуры, днем положительные. То есть это будет приводить к тому, что снег тает достаточно плавно. Такой процесс погоды, скажем так, не дает лавинообразного таяния снега, который потом приводит к таким тяжелым паводкам. Впрочем, в ближайшие дни у сугробов есть перспектива даже подрасти. Синоптики ждут циклон, который подсыпет верхневолжью снега. Но продержится он недолго. Затем к нам придут настоящие весенние погожие деньки. У нас и сейчас даже среднесуточная температура выше нормы идет. Где-то на 1-1,5 градуса. Вот. Но у нас весь январь, весь февраль был практически выше нормы. Практически каждый день. Но несмотря на то, что днем по-весеннему тепло, ночью по-зимнему будет еще морозно. 18 марта в некоторых районах области температура может опускаться и до -6, -12 градусов. Когда именно полностью сойдет снежный покров и вскроются реки, прогнозировать рано. Но традиционно в нашем регионе этот процесс приходится на конец марта, начало апреля.